Всем привет! Вы смотрите 28 Максимов, и у меня такое видео. Я его хотел еще давно снять, но вот как-то сейчас вышла новая лотерея как раз, и я уже решил, что надо снимать именно сейчас. О чем я говорю, вы сейчас поймете. Ну ладно, начнем. Если вы себе только сделаете такой ник, вы должны быть уверены, что вы сможете. Я, конечно, уверен на это было, но просто когда такой ник, на тебя все нападают. Ну, потому что все думают, что мы тоже сильные, и это просто учет на такой ник, поэтому нужно быть уверенным. И еще по оружию. Это вот интересная вещь. Самое главное, чтобы они были одиночные. Конечно, автоматов одиночных, все авто, дробовики и особо нет одиночных. Но дробовики очень даже подходят. Я вот это могу сказать, но поэтому лучше в тактике 3 спам лучше всего использовать дробовики, желательно сильные атаки, дейферические, молот, сила пара. Миниганы я вообще не советую использовать из-за того, что пока они раскручиваются, все это уже наберет много времени. Но из автоматов я советую либо очень скоростные, либо дробовики. Ладно, из пистолетов обязательно какие-то одиночные. Это, кстати, наверное, один из самых слабых пистолетов. Вот это вот все, это, кстати, может подойти. Но вот это вот все не подходит. Подходит бластер пришельцев, можно сказать, обрезы. Это тоже может подойти. И несмотря ни на что, это тоже может подойти. И еще пистолет наемника улучшенный, и на подходит спецаген не очень. Этот, мультираздатчики, да. Это на нем можно подпрыгивать, но я бы не сказала, что он так подходит. Но еще на подходит этот. Пистолет энергии пустоты, конечно же, уничтожитель. Это не очень подходит. Так, нижним нужно что-то такое интересное. Например, штурмовой молот, реактивный молот, кулаки, эти и какие-то вот такие необычные, потому что такое не подходит. Если нужно по ближнему, то нужно выбирать что-то из наборов. К примеру, сейчас если что-то найду ближнее, это вот, например, отлично оно подходит, скажем, еще нет, все, ничего нет, конечно, очень сложно оно получить, но очень хорошее, меньше для рейдов, у него рывок, он идеально оно подходит. Поэтому его я советую. Ладно, перейдем к спец. Это ядовитые дротики. Среди всех стоят, на первом месте. Потому что их используют все. Тригаспан. Еще подходят всякие снежки. Но он тоже жально одиночный. И генератор, да, это может и лазер, но он очень даже хорошо подходит. Лазерное копье я вообще ни на каком уровне не советую.
и снайперская винтовка. Вот это нужно смотреть очень внимательно, со сильной отдачей. Это тяжелая снайперская винтовка, головорез, истребитель супергероев, костяная винтовка. И один выстрел нам подходит идеально. Остальное же, ну, это тоже очень хорошо нам подходит. Это, ну, нормальненько, защитник закона. И, кстати, вот эту вот резиновую пушку ее мало кто использует, но на самом деле очень даже, ну, хорошая. Я ее советую. Еще же есть ружье на подвальное, но оно из галереи, оно не очень подходит. Месть эльфов, это если улучшить, то хорошо. Удивлю вас, но он даже. К тяжелому нужно, чтобы можно было подпрыгивать, и желательно так быстренько. Это подходит ракетница, бах-пушка и предложение на фонаре тоже очень подходит, ну, потому что если его улучшить, он, конечно, медленно, у него и перезарядка, и пули медленные, он и пробивает стены, и от него уже ничего не делаешь. Ну и первобытный зверь, он тоже достаточно такой хорош. Тоже подходит. Поздравитель не очень. С ним медленно и... Ну это все подходит. И прыгун тоже, если его улучшить, например, вот у торговца на мифической энергии купить, он очень хорошо подходит. Дальше, перейдем, к одежде. Да, я знаю, я особо не играю, но я тут больше буду рассказывать. Нужна, ребят, такая броня. Нам максимально лучше, у нее быстрая регенерация. Или золотая клановая, но вот это не очень, и вот эта остальная тоже не очень. Шапки. Шапки, царская корона. Если вам она не нравится, то можете сделать, чтобы не видеть. Еще ковбойская шляпа. Хорошая шляпа просто и самурайский шлем. Я их не часто вижу. Вот это вот еще. Хорошо, но начались новые турниры. И они очень плохие. Еще же, все вот эти шапки. Вот эти. Они, красивые, но от них нет никакого смысла. Аквариум. Только вот задыхается человек. Из масок, снайперская очень хорошо, если, для спамеров. Это очень хорошая шапочка, то есть масочка. Разрушительно, это уже в каком-то старом стиле, это была у многих любимая маска года 3 назад, 2. Вот эти вот все маски, я их не очень советую, но медицинская маска, иногда ее можно. Скины это... и скины, кстати, тоже влияют, я вам скажу. Например, вот скины... Такие вот, я бы сейчас найду... Вот такие вот, такого типа, они на самом деле, и вот такого, они на самом деле, мне кажется, что типа ничего не делают. Вот такие вот большие всякие. Например, вот этот. Они, мне кажется, ничего не делают, но из-за них, игроки, они как-то намедленно ходят и не так хорошо прыгают. Это не первый раз уже замечаю, да. И, поэтому такое... Плащ, хороший свой. Вот тут тоже неплохой плащ вышел. И плащ снайпера. Обувь обязательно берите золотые на ботинки, это точно. Ладно, перейдем на гаджеты. Гаджет из броска берите либо сюрикены ниндзя, либо же рой киперпчел, но это даже лучший вариант. Если у вас нет на пистолета с присоской, который тоже так же работает,
то это вам не надо. Ну вот это вот еще работает на таких, на которых 10 уровень, но у кого 65, с 10 редко связывается, поэтому не советую. Предметы у меня, конечно, на сложный выбор, карта не работает. Я возьму это пока. Ну, это нам подходит бот, генератор брони, липучая турель, ну и рентген очки, но если у вас нет никакого, никакой пушки с рентгеном, вот у меня есть, то оно вам не нужно. Ладно, ну скины это уже как вы хотите, у меня два есть, или три, два. Ну, я их не считаю прям так нужными. Вот. А где? Стоп. Ладно. К оружию можно? Да. А, подождите. Вроде бы спец был торпедомет. А, он там же все убрали. Жаль, ну, конечно. Я его не успел купить, он 2000 стоил. Ладно, в битве глайдеры нужны самые такие вот быстрые, ну лопата это уже, ну, вообще вот это вот все, а лопата, ну конечно есть, вот это вот такая фирменная лопата снайпера, она с прицелом, ну поэтому вот это вот самое лучшее вариант, ну вот это вот очень смешная, я из-за нее много рассмеялся, это, ну вообще никак не влияет, это ну только, ну по стилю. Транспорт, ну, быстрый, я обычно ну, выбираю. Для гонок всегда выберите на самый быстрый, в свободном режиме, если на чем хотите. Ну, звери из пиксель-пассов самых новых, их лучше брать. Крафт, ну, вот это вот оружие, оно очень хорошее. Я вот, ну, конечно, вот это вот не буду делать. Не буду, но оно очень хорошее. И как раз для этого, для этой тактики боя очень много. Ну вот всякие такие. И вот щиты. Эти вот очень много подходят. Ну, вот лазеры. И не позволяет прыгать на пушки, ну, которые ну, тоже очень самые хорошие. Ну, в общем. Ладно, такое оно вышло долгое видео. Я его еще не оканчиваю, я просто покажу вот еще лотерейку, а точнее наборы, и сыграю один матч. Лотерея как раз тоже три косплея. Ну, сегодня вышла, я уже в нее так играю, 13 дней, я хочу хотя бы что-то, хотя бы вот это. Ну тут все очень... И тут вот все вот эти вот штучки, только один из них... Ну, правильно, ну ты там правильно. Ладно. Сыграю один бой, я уже... Вот это вот себе хочу, ветвь мудрости. Нет, у меня только 40. Ладно, я пошел играть сейчас в бой, выберу какую-то карту. Ну, конечно, классический на бассейн, ну, как всегда, все. Ожидай. Так, ладно, ну вот сейчас я вам покажу, примерно, как... Надо делать. Это не только триггерспам, это не только быстрое переключение пушек, но и всякие свои вещи. К примеру, подойти, ударить баблишкой, ну, из-за которой горят, и потом взять снайперскую винтовку и все, или оставить его на горящем и он медленно сам. Вот этот, ну, пистолет, он очень, ну, заходит, прям очень заходит. Вот. И громовержец, как... Но самое лучшее, я думаю, это бластер припущается, громовержец и уничтожитель. Из пистолетов арсенала. Ну, то есть, не из наборов, и не из лотерей, не из деталей. А за монеты и... Я, кстати, еще хочу опять же скоро сделать обзор одного на выстрел, то только надо его купить. Вот что делает эта вот штука, это вот интересно. Вот, все. Заводил гаджет и все.
И, пожалуйста. А зачем я вот так делаю? Это, кстати, вот тут. Я вам сейчас покажу. И у вас есть двойной прыжок на ботинке недели золотые. То можно так быстренько запрыгивать. Вот так, вот так, вот так. Ну, вот так сейчас. А, они мне замедление сделали. А, ладно. Вот сейчас, теперь, может быть, показать. Ну да, я говорил, что ник, если вы себе на такое сделали, то на вас все будут охотиться. И вы, на самом деле, должны быть точно уверены, что вы сможете. Ну, потому что если нет, то... Вы будете считать их читерами. Потому что они на вас все лезут, они вас атакуют. Вот, ну как вы видите, я на первом месте, но хотя я себя считаю очень слабым среди 65 уровней. Это ну, последнее, но я считаю среди них себя очень слабым. Я не знаю, ну, как я на первом месте. Это неправда, это неправда. Я не буду выбирать. Раз. Ну, в общем, легко так с ними я справляюсь. Но поражение, да. О, задача. Задача. Сейчас я буду монеточки быстренько получать. Да. Ну, в общем... Всем спасибо за просмотр. Я старался над этим видео, хотел бы вам рассказать. И еще советую покупать что-то у торговцев. Ну, потому что они там достаточно тоже интересны. И за 14 дней на полное смотрение рекламы можно наплатить 420 алмазов. Ну, я вроде бы так. Там считал уже, но ну, да, вроде бы так. Поэтому это 420 на пушке обычно стоит по 395, но ну, поэтому, ну вот я советую. Всем спасибо за просмотр и всем пока.